Доброе утро, коллеги! Сегодня мы собрались, чтобы обменяться опытом, получить энергию, мотивацию, знания, как достигать успеха. Вчера у нас был банкет. Кто был на банкете? А кто будет на следующий банкет? Все. Этот год, это год перемен, это год улучшения. И мы в этом году внедрили новый план успеха, план мечты, который дает возможность быстрее достигать новые звания, достигать новый уровень дохода и, прежде всего, новый уровень жизни. Потому что те деньги и те доходы, которые Oriflame предлагает, никто другой не предлагает. Я хочу, чтобы вы все жили с хорошим, достойным, европейским уровнем дохода. Вы это достойны, и вы это можете. С Oriflame это возможно. И вчера на банкете мы поздравили и вручили премии за новых званий больше 900 тысяч долларов. Дамы и господа, это доказательство, это подтверждение, что успех можно достигать с Oriflame, что можно зарабатывать деньги с Oriflame, что можно зарабатывать большие деньги с Oriflame. Вчера мы поздравили 276 новых званий в директорской команде. Огромное достижение. 5 новых званий в бриллиантовая команда. И герой вчерашнего банкета, лидер, который закрыл 3 звания одновременно. Бриллиантовый исполнительный директор, президент, первый президент Oriflame Украина и звание старший президент Алексей Цирук. Огромное достижение. И мы ему вручали общий чек со все эти новые звания, со все дополнительные бонусы 560 тысяч долларов. Это уровень президентов компании Oriflame. Также Mercedes стоимостью больше полмиллиона. Надо все-таки ездить достойно. Сейчас вопрос, конечно, вам. Вот эти звания, это вчерашние. Кто будет на сцене через год? На банкет в следующем году? Кто следующий? И я в вас верю. Успех с компанией Oriflame возможен. Это не сказка. Это реальное достижение, реальный успех. И не бойтесь мечтать. Не бойтесь ставить высокие цели. Президент, это сумасшедший. Но не бойтесь мечтать. Вы все это можете. Директор, бриллиант, исполнительный. Не бойтесь мечтать. То, что мы предлагаем, это ничего не плохого. В принципе, мы предлагаем хорошую, качественную продукцию. И вопрос только, будут ли украинцы покупать косметики Oriflame или у конкурентов. Об этом идет речь. Успех с компанией Oriflame возможен. Не бойтесь предлагать Oriflame. Также очень важно, с кем мы общаемся, от кого мы получаем советы. Одна история. В прошлой неделе я был в России на семинаре Oriflame, и по пути обратно мы с коллегами ехали на поезд. И мы видели там контролер, который ходил по вагонам, проверял билеты.
И мы сказали, вот, нам повезло, что мы работаем в компании Oriflame. У нас другая жизнь, другая работа. Она ходит по вагонам, ходит, проверяет билеты. Достойная хорошая работа, но это не жизнь. И мы как-то стали о ней разговаривать. И начали с ней разговаривать. И она видела, что у меня большой логотип Oriflame. И она сказала, Oriflame, это не работает. Там денег нет. Это уже было, это поздно. Моя подружка когда-то регистрировалась, что-то покупала, она не стала богата. Не-не-не, Oriflame не работает. У вас есть выбор слышать советы от таких людей, негативщиков, или сегодня слышать советы от успешных лидеров Oriflame, от самых успешных лидеров Oriflame, те, которые достигают успеха, реальный успех. И ваш выбор, конечно, что надо слышать советы от успешных людей, от позитивных. Не надо слышать советы, не надо общаться с такими людьми, которые не верят. Надо верить в себя и надо верить в свою мечту. Выбирай успех. Вчера мы подтверждали, что успех возможный в компании Oriflame. Сегодня мы говорим вам, как достигать успеха. Реальные истории, реальные лидеры говорят вам, что делать, чтобы стать успешным. И чтобы вы на следующий банкет тоже стали на этом сцене и получили большие-большие чеки. Я объявляю мегамарафон успеха открыт. Вперед к успеху! Компания Oriflame Украина! Приветствуем участников мегамарафона «Лайнер мечты». Сегодня у нас уникальное мероприятие, потому что сегодня впервые в истории Oriflame Украина наше мероприятие проходит в зале, где вчера состоялся наш банкет директоров. И на этой сцене еще сохранилась энергия и следы тех лидеров, которых мы вчера поздравляли. И сегодня вы узнаете, как эффективно действовать, чтобы расти по плану успеха. И чтобы обязательно стать участником следующего банкета директоров и участником круиза 2014 года. И мы уверены, что каждый из вас услышит сегодня с этой сцены те слова, которые именно вам помогут воплотить вашу самую заветную мечту в жизнь. Аплодисменты. И сегодня с вами на этой сцене территориальный директор, территориальный менеджер, но, видимо, в скором будущем территориальный директор центрального региона. Встречайте аплодисментами очаровательная Анна Хохлова. И мой партнер сегодня на этой сцене очень мудрый и чертовски обаятельный, я думаю, вы со мной согласитесь, менеджер по развитию лидерства Украины Андрей Птущенко. Ваши аплодисменты. Спасибо огромное. Вчера очень много говорилось с этой сцены о мечте. Сегодня мы будем продолжать это делать, но говорить более конкретные вещи, как этой мечте двигаться. Все мы родом из детства. И первые мечты возникают именно в детстве.
они еще очень хрупкие, очень беззащитные. Их трудно ощутить, трудно пощупать. Но именно тогда начинаются первые мечтания и первое движение к ним. И мы сейчас хотим вместе с вами ощутить, как это происходит. У каждого из вас на вашем месте, когда вы ходили, лежал лист бумаги. Возьмите его в руки. Итак, все нашли свои листы бумаги. Поднимите их, пожалуйста, вверх. У всех есть? Все целые, великолепно. И сейчас... Все делали корабли в детстве. Сейчас мы вместе это сделаем. Вспомним, кто забыл, и сделает тот, кто первый раз. Итак, внимание, мастер-класс от Андрея Птущенко. Итак, для начала возьмите лист двумя руками и сложите его пополам серой стороной внутрь. Посмотрите, как это делает Андрей. Все очень просто. Далее. То, что получилось, наш согнутый листик, нужно еще раз согнуть пополам. Получается у всех? Отлично. И нам, мы второй раз согнули листик пополам для того, чтобы увидеть линию центра, центральную линию, которой мы теперь должны завернуть два уголочка нашего листа. Посмотрите, как это делает Андрей, и повторяйте. Получается? Так, теперь у нас внизу осталось два таких вот свободных конца бумаги. Мы должны завернуть их по направлению к нашему треугольнику получившемуся. И таким образом мы видим, мы раскрываем наши серые кусочки, окрашенные кусочки листа. Вот такая пилотка для начала получилась. Далее мы заворачиваем уголочки, чтобы треугольник у нас стал правильной формой. Успеваете? Чуть помедленнее. Отлично, я вижу, что лидеры великолепно справились. Будем равняться на них и в этом мастер-классе. Итак, треугольнички получились. Это еще не все. Теперь мы, я не знаю, как описать это словами, мы выворачиваем или вот открываем наш треугольничек по боковым линиям. Таким образом, чтобы получился вот такой вот ромб или квадрат. То есть мы сгибаем. Покажи еще раз, как было. Была пилотка, далее уголочки сдвигаем, и получается квадратик. Получился такой кармашек? Есть, великолепно. Топ-лидеры справились. После этого поднимаем уголочки нашего квадрата. С двух сторон. Для того, чтобы с обеих сторон у нас были надписи «Oriflame. Моя мечта». Получилось? Есть. Теперь снова раскрываем наш треугольник. Получаем еще один квадрат. Не так все просто, как казалось. А в детстве это умели делать все. Помните? И после этого вот так волшебным движением руки мы раскрываем борта нашего корабля. Получилось? Поднимите, пожалуйста, готовые кораблики. Супер! Спасибо, Аня. Все справились. Итак, у каждого из вас сейчас на ладони маленький кораблик. Хрупкий, нежный, как мечта. Казалось бы, ну как можно на этом корабле плыть к успеху? Ведь он так боится всего. Он, наверное, не сможет долго плавать. А, наверное, он боится неверия в него.
Но именно с этого начинается путь к настоящей мечте. И мы хотим, чтобы вы на этом кораблике, там есть специальное место, сегодня, сейчас написали свою мечту и хранили этот символ вашей мечты в том месте, где должна жить ваша мечта, чтобы она вас мотивировала, чтобы она вам напоминала, но чтобы никто ее не смог смять, никто ее не смог разрушить. И мы хотим, чтобы этот кораблик, все участники взяли с собой на следующий банкет и обязательно взяли с собой следующий круиз, где мы отпустим эту мечту, как сбывшуюся. И, конечно же, будем думать о новой. Итак, этот кораблик был только что создан нашими руками. И по аналогии с нашим бумажным хрупким кораблем, свою мечту мы тоже создаем своими руками. Это не то, что мы получаем в подарок. Это не то, что можно купить. Мечта — это нечто намного более глобальное, это более личное. Это то, к чему мы должны приложить свои собственные руки. То, что мы должны сотворить сами. Как же достичь своей мечты? Аня, как ты думаешь, что такое путь к мечте? Это удача, череда сложившихся обстоятельств, случайность или какая-то закономерность, что-то другое. Как вы думаете, что это? Случайность или закономерность? Есть ли у пути к успеху свои законы? Я думаю, что сегодня в этом зале сидит огромное количество людей, которые могут очень правильно ответить на твой вопрос. Это люди, которые сегодня достигли успеха, которые воплотили уже не одну свою мечту в жизнь, и которые сегодня, стоя на этой сцене, будут делиться своими секретами везения, либо закономерностей своего успеха вместе с вами. И для начала мы хотим пригласить на эту сцену очень успешного сегодня человека. Это успешный общественный деятель, основатель фонда поддержки школьного плавания, поддержки плавания деток, который задача этого фонда из плавающих школьников воспитывать олимпийских чемпионов. Кроме того, этот фонд поддерживает деток из многодетных семей, деток из детских домов, что нам с вами особенно близко, а также деток с ограниченными физическими возможностями. Серебряный призер Олимпиады в Сиднее. Первый чемпион мира по плаванию в истории независимой Украины. Чемпион Европы. Четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию. Встречайте! Денис Силантьев! Гордость Украины! Легенда украинского плавания! Денис Силантьев! Спасибо большое! Спасибо, друзья! Я всех приветствую, участников! Спасибо за такое красивое представление меня. Вы знаете, я хочу от себя поздравить сначала вас с юбилеем. 20 лет — это достойный возраст. Я хочу поблагодарить компанию Oriflame за то, что пригласила меня сегодня. И я надеюсь, что сегодняшнее выступление не будет скучным, будет интересным. Может быть, чем-то даже вам подойдет и вы возьмете в опыт. Итак. Я занимался спортом достаточно долго, 25 лет. Я выступал на многих соревнованиях. Я участвовал в 4 Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Как вы услышали, добился неплохих результатов. Но с чего все началось? То есть представьте себе, что мама приводит маленького, худенького, болезненного мальчика к доктору. И говорит, у меня ребенок постоянно болеет, он постоянно простуживается, я уже устала по 4-5 раз в год водить его к доктору, что мне делать?
Она говорит, отдайте его в спорт, отдайте его в плавание. Когда меня привели в бассейн, у меня началась истерика. Я просто возненавидел воду, запах хлорки. Я самый последний в группе научился плавать. Я полгода просто провисел на бортике, брался вот так за дорожку, я боялся оторваться от нее, я боялся каждой волны. То есть у тренеров были истерики, как и у меня, потому что они не знали, что со мной делать. Они меня такой палкой большой деревянной отрывали от этого бортика и пихали в бассейн. Я самый последний приходил и самый первый убегал из бассейна. То есть, если бы сказали, что из этого, не знаю, трусливого, болезненного, худого мальчика вырастет там, чемпион мира, Европы и другие звания, наверное, никто бы не поверил. Я бы и сам, конечно же, тогда не поверил. Но, тем не менее, есть то, что есть. То есть я на своем опыте, опыте своей жизни доказал, наверное, ту теорию, что если у вас что-то не получается сразу, не стоит этого бросать. Нужно немного потерпеть. Знаете, я буду рассказывать сейчас только, приводить примеры из своей жизни, из тех моментов, которые я лично пережил. Я плавал дистанцию 200 метров баттерфляя. Это очень тяжелая дистанция. И ну, не каждый, даже тот, кто занимается плаванием, рискует ее проплыть быстро. Поэтому каждый раз, выходя на старт, я знал, что мне сейчас придется умереть здесь. Вот на этой тумбочке я становлюсь, плыву, и за 2 минуты мне придется просто умереть. Я не смогу вылезти из этого бассейна. Тем не менее, я боялся, но я шел. Знаете, у меня детство было, вот сейчас вот ассоциируется с двумя вещами. Первое – это постоянное недосыпание. И второе – это постоянная борьба со страхом. Почему недосыпание? Я каждый день на протяжении 25 лет приходилось вставать где-то в 5.15, там, в 5.30. И утром я шел на тренировку. Моя мечта была выспаться. И когда у меня было время днем поспать, то есть это было лучше всего. Лучше любого, не знаю, там, кино, гулянки и что-то еще. Это первый момент. И второй момент – борьба со страхом. Знаете, ведь страх на людей действует по-разному. Кого-то он, не знаю, в ступор вводит, кого-то он, наоборот, мотивирует, чтобы он боролся. И вот, конечно, теоретически ты не научишься побороть страх. Этому нужно учиться только на практике. И вот моя практика была – это выступление на соревнованиях. Когда я целый год готовлюсь ради одного старта в году, ради 2 минут в году. И я не могу себе позволить встать и сказать «нет». Я боюсь, я сегодня не смогу выступить, я не буду выступать. Я не могу себе этого позволить, потому что я целый год себя истязал. Буквально в смысле слова. Когда я занимался на тренировках, есть такой тренажер у пловцов, он называется хютер. Когда ты в положении горизонтальном работаешь, там резины висят, и ты тягаешь вот так резину, растягиваешь. И руки растирались просто до крови, и были буквально вот перед Олимпиадой в 2000 году, когда мы тренировались, подо мной были лужи пота, извините. Но это так. И капли крови. То есть я прекрасно понимал, ради чего я это делаю. Я терпел все это, потому что я хотел стать чемпионом Олимпийских игр. Мне немного не повезло. Это мое, наверное, самое большое разочарование в жизни. Что я был только вторым. И когда я стоял на пьедестале подсчета, то я заставлял себя улыбаться. Да, это так. Вот. Так вот, когда я плыву 200 метров баттерфляем, и мне остается 50 метров, то есть 4 бассейна, раз, туда-назад, туда-назад. И когда остается последние 50 метров, последний бассейн, вот тогда и начинается самое интересное. То есть, когда мне остается там, 25 метров до финиша, сил абсолютно нет. То есть я вообще, мне кажется, что я руки не могу поднять из воды, что у меня руки не из воды не вытаскиваются, не вылазят, не знаю, как это назвать. И вот тогда мне приходит в голову, может быть, все бросить просто и доплыть уже, как получится. И те люди, которые могут... Вот почему становятся чемпионами, почему становятся лучшими? Потому что они терпят больше, чем терпят остальные. Потому что они могут выдержать нагрузки, заставляют себя выдерживать нагрузки больше, чем выдерживают остальные. И тогда становятся чемпионами. То есть мы все прекрасно видим фотографии известных спортсменов, там,
известных людей, бизнесменов, музыкантов. Они на банкетах, они на яхтах, они на самолетах. Но это только верхушка айсберга. На самом деле, сколько они к этому шли и чего это им стоило, это другой вопрос уже. Они, может быть, сами могут это рассказать, а может быть и не расскажут. Но на самом деле это не очень легко. Вот, мне остается, возвращаясь к дистанции, 25 метров, когда я не могу поднять руку. И тогда, знаете, мне сказал мой друг, вот тогда и начинается вот это вот самое яблочко, когда нужно терпеть. Ты терпел весь год не ради этих там 180 метров, а ради этих 15 метров. Вот эти 15 метров и нужно терпеть. И кто сможет выложиться, во всяком случае в нашем виде спорта, кто сможет победить себя, тот и выигрывает. Знаете, мне нравится выражение, точнее не выражение, а такой пример. Вот я читал несколько книг Пауло Коэльо, и в одном из книг он сказал, привел такой пример, когда по берегу реки идет мужчина, и он ищет камень определенной формы, определенного цвета, вот ему нужен именно такой камень. Он ходил целый день, он его искал, искал и не нашел. Он очень устал, он очень злой, раздраженный. Он развернулся и ушел. А ему осталось пройти только 3 шага, и вот там этот камень лежал. То есть, когда у вас уже нет сил, вы устали объяснять, рассказывать, добиваться чего-то, вам нужно потерпеть еще немножко, еще чуть-чуть, потерпеть больше, чем терпят остальные. И тогда это залог успеха. Я как-то разговаривал с тренером